нами никого, да, походу? Есть боксы. Пошел их уже фармить, у меня просто нет. В смысле? А, ну мы его добили. Найс. Где же вообще ляпнуть? Куда? У меня там хит стоит. Да блин. Ты гонишь, мансер, мансер. Я... А, тут еще чел, там в боксе, в боксе, в боксе. Понимаю. Я думал, ты... Боксом стреляешься, иду такой, тут это... Тупо стоит. Не, и говорю, в ухо накидывает. Двери, двери. Типа, в двери сейчас выйдет. Тут восьмерка у чела есть. И двойку под него скинул. Ну, мне не на что в любом случае. Вообще, я хилюсь. Пошли, наверное, завод сразу. Блин, найс, у меня застили чувака. Просто офигенно. Бивает. Тосты! Что кушаешь? Куча яищ. Сортировка, спасибо большое тебе. Да я этот, печеньки так чисто. Закинул себе немножко. Печенечек. По крыше центральной общаги ходит. Не вижу. А, центральный. Центральный. Вон, видишь, налево перешел опять. Я вижу. Бивал. Хорош. Смоки? Ну фуняка ли, блин. Обостранная бюрстовка, я... будь ты неладно просто. Я, может, что-то не понимаю, да? Челику только что в голову все дал. Ну, типа, спрей небольшой. И он еще жил. Я понимаю то, что бюрстовка это говно. Я сейчас чуть не сдох из-за этого. Ну, у меня один килл. Да, у меня три. Тебе этот надо? Пятерки, пятерки, пятерки. Да. Короче, челлендж получается незащитным. Мы же вначале не сделали нифига. Ну я не знаю. Нафиг скин. Блин, не то скин. Может это вообще уже другой челлендж? Может в этом челлендже не обязательно типа делать на старте киллы именно? Не знаю. Ты вроде говорил, типа, плюс еще ко всему. Не, ну он так дописал, типа, что непонятно. То ли это одно и то же, то ли нет. Он просто написал, давай еще стимула добавим. Ну типа... Ну, походу, да. Типа, еще ко всему. Может быть. Да ладно, похочу ливать, что ли. Просто так же, пошли фармить и все. Залутал, оба-на. Да, у меня тоже был. Опять. Блин. Ну, серф в придачу еще говенный, конечно. Нет. Спасибо, сортировка. Спасибо, большущее. Еще за 1000 рублей. Дорожная? Дальше люби. Где он? Второе окно справа. Второе окно справа, первый этаж, да. Ага, по мне его друг начал хреначить. Тоже с первого? Не могу понять, нет, второй. А, ну конечно, я попал в это. Ай, бесит. Просто в этот попал. В перила обосранная скорее капец. Вместо головы чела. Нокнул то. Лево. Хорошо. Обожаю перила я в этой игре. Третий рюкзак на мне. Санчо. Чье?
обстанем, сподлутаемся. Блин, что предлагаете? Тут М24, кстати, есть. Я вот ее забираю. У меня есть коряк. Хочу ДМРочку какую-нибудь. Второго вроде мутан был, да? Что-то типа того. Я даже на СР-ку, короче, компенс поставил. СКС есть? Ой, я выехал, короче. Выезжаю. А мне броник надо еще, если где-то будет. Мой возьмешь. Ты этого на втором этаже лутаешь, который? Да, не он на втором будет. Да. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Опа! 5-40 шалит. Не, ну. Поехали сразу. У меня, короче, 3-8 бусты и одна аптека. Бусты нужны тебе? Две аптечки, 1-4. Скинул тебе еще, короче, 3 маленьких. Фу, больших еще. А ну не едет. Оп, поехал. А ну не едет. У тебя сейчас получается... Два. А могло быть три. А чё, мы все равно не успели по времени. Да. Эй, даже если... вообще сиди... Пусти! Скиллами зачет. Потеть дальше на топ. А, скиллами, говорит, зачет. Потеть дальше на топ. Все, то поехали фармить. Стой еще раз. Скиллами, говорит, зачет. Надо этот. Хотите дальше на топ написал. Чекаешь? Не манси, да, я почекаю. Не, не вижу никого. Ну пока не смотрят. Есть слева. Слева. Остановись. Хорош. Возьми вазик, у меня тут дождь есть. Я этого золотая, я поеду. Ага. Блин, как же влетело в первого. Он, наверное, сам не рад, что он вышел. А чё, они, походу, что-то не ожидали на таком раннем тайминге, что ли, тачка или что? Такой пипец. Около завтра попробую с VPN-ом. Ребята, давайте скидываться на вентилятор для Пуканадимы. Тут пятерок немного есть у него. Ой, у меня все есть, мой соки. Спасибо, Данжер, спасибо. Хорошо, хорошо. Спасибо тебе огромное. Просто, блин, УАЗик с двумя турелями. Опа, миник. Грац. А я мотак нашел, кажись. Нет, трехместный. У меня как раз все, ну, компенс, увел маг на СКС, и все. Как раз, типа, обвесы для фулл миника. Удобно. Ты просто знал и очень хотел. Угу. Чё, БР-ку теперь найти сберил, но чё-то не хочу играть. Машина нужна получше, потому что, ну, такое... Ой, да, как тебе, здорово. Не хватит, говорит, вентилятор. Пол на пол рубля, как говорит... Мотак есть около... Тут у меня у дороги. А, ты вообще уехал уже. Он трехместный. А. Не, ну в любом случае лучше, чем нулячая тачка убитая. Не, у меня баги теперь. Нормально. Угу. Нашел. Так, как мы летели? Где-то... А мы прям по центру вверх летели. Снизу вверх. Ну смотри, дроп летит еще как минимум. О, кто стреляет? Передо мной стреляют. Еду. Кемпе, что ли, там? По мне. Откуда? По побережью, берег прям. Я их сортиру увижу сверху? Да. Я на сортир тогда поехал.
А может уже и не увидишь, они что-то куда-то слились. А, нет. Около Катюши. Налево побежали. Наверное, до кемпа поеду. Одного только там вижу. А, нет, вижу второго. Воу! И по мне какие-то левые челы еще нахер начали снизу. Вот это он, стрелял. Нет, я обоих смотрел, они меня не стреляли, которые в развалинах. Чел только что стрелял. Это другие, значит. Те намного дальше были. Тут у меня... Да-да-да, это другие. Вот где, один? И те в развалинах были, в танках. Да и? Покажись. Блин, ты уже на дистанции, и миник вообще говной воняет нахрен. Не вижу, чел убежал кот. У меня нет ни хрена, у меня только смоки. Я сейчас подъеду за туда. За деревом. За... Я видел их, я сейчас этот на тачке проеду за ними. Сейчас он дроп еще вызвал. Слышал, да? Сейчас на дроп камнем. Еще чела. Да, за камнем чел. Дай метку на него. Дал. Это что? А, это было. Мёртвый, да. Где дроп вызвали? Он прям здесь, в кемп вызвал. Которого ты первого убивал? Да-да-да-да-да-да-да. Я ж на него и обратил внимание. Вертикалка. Ой, эмочка. Есть вертикалка? Или ты заберешь ее? Если есть, заберу. Нет, нету, походу. Ну, нету. Пойду того быстро чекну. Хотя, блин, поехали, наверное. Пофиг. Надо дроп в любом случае подождать. А я на тачке сядь. А где дроп-то? Ничего не летит до сих пор. А, вон приземляется он. Угу. Да не, я дроп смотрел. Я что-то лутаю, слушай. Дим, кто быстрее этот дроп? Понятно. Такое. Гелик не берешь? Я его не могу одеть, у меня этот... Партнерская куртка, да. Все теперь без нее нельзя? А, никогда на нее не одевалась. Я не могу не снять ничего, не могу не поменять ее. Если ты ее одел, ее вот только в лобби можно снять. Пачочку тут выкинул, стену. Не, у меня все есть. Короче, там около моста где-то. Ты что, да? И... Слышу. Короче, помойки там, на помойках все они. Угу. Не, ребят, не хочу, я с LR с миником поиграю. А, привыкну к нему. С миника быстро наваливать. Перекрест. Левая где-то, по-моему. Перекресток, говорю. Разве? По-моему, где-то ближе ко мне. Трехэтажка, короче, где-то там. Быстрее. Да, оттуда где-то. Куда-то оттуда. Вижу. Сейчас. Ног. Трехэтажку? Трехэтажка. Закрытая трехэтажка. Да блин, у меня тачку развернуло. А какой этаж? Второй. Его друг, короче, этот. Не здесь. Он этот, за трехэтажкой. На холме. Понял. Поедал. Убил. Найс. Ну дальше. Так, да, короче, искать поехал. Я сейчас хочу аптек просто взять, у меня аптек не так много.
Есть. Кемп. Слышал, слышал, метку, да? Нок, ну. Александр, вы что, жесткий? Соседний дом у него. Иду. Ты там один, я вообще не успеваю еще. Каленый в усмерть. Хорош. Красавчик. Ебой. Что, надо обратно ехать на 3 зоны К? Сколько у тебя сейчас киллов? 8? У меня 7, 15. Нормально. Конечно, супер много мы тут уже не набьем. Что-то 19 живых уже. Но мы постараемся. 20-х вот эти понабьем, но ты именно в плюс. И в плюс постараемся. 19, ну, 17 тел. Я помню, помню. Даже бент на мотоке еще имеет. Сейчас на молодого заезжать буду чекать. Починки, да, надо закрывать. Оттуда, наверное, пойдут. Там в кемпе никого не видно. Да чё ты не агрится, зараза. Не, блин, в последнее время хрен загрится, пока ты АФК не встанешь. Давай в сторону школы немножко проедем. Пока еще бенз у меня есть. Где-нибудь на... А, нет, даже вот здесь где-нибудь почекаем. Сейчас при... В поле. Камень. Дерево, дерево, дерево. Справа от меня, где я приезжал, начало поля. Подножие горы. Блин, не вижу. Не, они походу в лесу где-то уже, потому что... Метка. Крекер в говно вообще. Убил. Усмерть, чувак. Смотри, 2 дропа падает на отель. Угу. Там стреляли. Кстати. Сейчас я тачку беру и к тебе. Угу. Блин, как меня угорают типами. Вроде пикает из-за дерева, а потом начинает... Слышишь, сейчас слева стреляют где-то? Они вот здесь у меня, да. Да, все слышу. И начинает не просто пикают, а просто ходят туда-сюда. Не знаю, что-то их переклинивает там, походу. В киткате, походу, один. Точно. Эти фиг его знает, не знаю, не вижу. А, вижу челик. За будкой. Саня, хочу, у меня дров в 5 метрах, я сейчас броню цепану с него. Ок, один. Иду. Найс. А тот дальше, да, походу? Одного нокнул, другой, короче, через дом у меня чекает, и другой на 95 меня с СССР-ки только что шибанул. Вот этого на 95 хочу увидеть. А он, наверное, у того, у домика одиночка. Слева осторожничай. А, нет, вижу, он фри. А моего добить можешь? Моего добить можешь на 80-75? Да. Спасибо. И вот тут в красном доме челик. Убил? Найс. Чует он.
Он какую-то херню делал вообще. Его. И он кидал. Он что-то да, с чем-то бежал в руках. Окей. Там пулик, пулик, пулик. Будешь брать? Давай. Я что-то не хочу в дропе пулемет. Я возьму, да. Пойди, надо обратно на ХГ просто подняться и закрывать. Тот, сейчас оттуда пойдут, наверное, челы какие-то еще. Вот этот дроп? Да. Да, вот этот левый. А тот куда-то второй, за кем падал же, по-моему, второй. Дай. Слышишь? По мне, ангары. С этого самбара, да. Нок, амбар. Я кожру. Люк перезаряжает. А они в зоне или нет? Нет, по-моему. А, они в зоне. В зоне. А, вот он, дроп второй. А, там? Дальше все-таки. На дороге тут лежит прям. Сзади не вижу никого. Самбар стреляет, видишь? Да, я его вижу. Да не, я боюсь, что в жопу сейчас зайдут челы просто. Ну, я надеюсь, они там не умрут своей смертью, я отхожу. Ой, вообще в сопли. Просто в сопли чел, как не нокнулся. Пристал, блин. 10 тел. Ну, 8. 8 тел. Саня, 8 тел. 8, да. 8 тел и 2 красавчика, понимаешь? Да. Главное, чтобы эти тела. Нет, тут что-то никого похоже. Отдались красавчикам. Я пойду вот там на НЕ, короче, чекну. Они бы в кем только забежали. Да, есть чел на мне. Передо мной дерево. Вижу. Синьки. Ты его нокнул? Да, его я хилюсь. За синькой нокнул, и второй где-то уже есть там. Дожрал? Близко. Опа, мне хаеды. Это перед нами тут. Пишет, блин, небось. Мне бронь надо в дропе забрать. Пошел. Да опять этот урод стреляет. Не, это уже другой, это СМКшка был. Пошли. Разве тот же самый, по-моему? Пофигу, пошли до кемпа вместе. Хаешка прилетела просто, он, наверное, свалил в кемп. Либо лежит сейчас где-то. Как его дружок. В синьке. Лечь бы сейчас. Они стреляются с кем-то, нет, нехорошо. Я бы дропчик взял броньку, а. Там вроде нормально это. Позиция. И, короче, побежал? Попробуй. Ну там взять. Да, он в ЛГшечке такой лежит вроде. Mm-hmm. Я с тобой. Че, я не хочу. Давай. В этот кемп заходить даже. Опа, скимпа, да? По тебе или нет? Не-не-не. А, это с пляжа. Слушай, они там фришные должны быть. Я вот думаю, где эти челики? Вижу. Нашел под дропом. Вторых из реги. Вижу там на пляже, короче, одного. Так. Они там в ЛГшке, блин. Нормально так сидят. Второй меня. Сзади кто там не высрится? Лежун какой-нибудь. Чел тут один остался, я пожадничал, дроп пошел так. Либо он уже пробежал 10 тысяч раз в ЛГшку. Как вариант. А сортире его нет случайно? Лежит. А, нормальные по мне другие. Хорош.
Не знаю, спасешь меня, нет? А, я в ЛГшке. Я, то есть, на ХГшке, нормально. Ну, вот, все, я забудка. Ой, так, чуть. Сейчас там скимпа могут закрутить нам в спину чела. Угу. Охереть, он тут лежал, конечно. Да пошел. И текст пошел. Пляжа тоже давит челов. Мразота. Пятеро еще. Где они, блин, лежит, что ли? Скимпа, скимпа точно. Скимпа будет давить. И двое в ЛГшке полюбас в пляж. На пляже. У меня пятерок слишком. Тихо. Вот это что-то откуда-то издалека. Это уже... Нормально, превчик. А, он не у сортира уже. Сортир один. У меня смоков нет, если что. Может, есть смоки все. Один смок у меня только. Только один. Найс, пошли. Я на сортире нокнул? Да. Блин, я боюсь, что сейчас будем крутить, и меня просто в спину убьют с химпа. Поднялись. Нок опять. За сортиром, да? Да, 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 да. Хае нужно просто скинуть. Убил. Good job. Где эти лишённые-то, господи? Не знаю, причем смотри, скимпа выдавил, ну, кемп закрыл, и никаких файтов не было вообще. За камнями, походу. А, не за синкой. Серьезно? Да? Еще и как она... Пацаны. Он убил, он сейчас умирает от синки. Угу, и на мне. 30. Он нок тут давал, надо бы застилить вначале чела. Нок разве был? Да, он давал нок. Нет, вылез этот хрен на меня. Ну, все равно ВП. 14, у тебя сколько? 11. Ну да, нормально. 25. Уже да. Пятёра сверху, типа. Ну, не пятёра, типа 5 кило сверху, по 500 за килл. Короче, нормально. Пятёра сверху. Ребят, кому понравилось, прожимайте лайкосики, не стесняйтесь. Нормально такая каточка. С миника нормально. Приручился к минику, на самом деле. Прямо сейчас, что мы реально как будто фармили, ходили.